Ferrari like the chill with my Mercedes. See my Bentley, what I got with my two phantoms had a baby. Ain't that crazy? Why you late? Друзья, вы на канале Словон в отрыве, и сегодня мы идем на дискотеку с Welcome to USSR. Вот мы наконец-то попали в дискотеку СССР, дворец спорта Минск, Беларусь. Смотрите, сколько очень, сколько людей, зря мы приехали без 10-6. Как нам попасть сюда? Пропустите? Можно вклиниться? Ребята, можно вклиниться? Покажем вас по Ютубу. По Ютубу покажем. Можно? Нет, нельзя. Витя, не разрешаю, не разрешаю. Мужчина, пожалуйста. Ну ладно. 5 рублей. Мало. Что за 5 рублей? Такой. Блин, больше мы не зарабатываем пока. Еще не привет. А тебе Дуня. О, привет, привет. СССР. СССР, да. Валерий Меладзе. Круто. Он сегодня будет, кстати? Нет. Нет. Вы откуда? Белозерский завод бетонных изделий. Привет! А вы давно приехали сюда? Недавно, только что. Ради какой группы приехали? Приехали сюда на концерт. А какая любимая группа 90-х? Бонем. Бонем. Любимая песня? Все любимые. Ну вот это вот. Yesterday. Да. All my trouble. Подпевайте. Seems so far away. When I look into to play, oh, I believe in yesterday. А можно еще передать? Давайте дальше поем. Свободное караоке. Вы ради какой группы пришли на концерт? Наташа, hey, 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 on the floor. Moscow, Moscow. Отлично, спасибо, спасибо. Останется и даже не посмотрит свет.
Постройнели или такие же толстые, как и были? Постройнели. Постройнели? Да. Блин, толстые же были, да? Ну, блин, толстые, блин. Нормально. Нормально. Да. Ну что, как концерт? Как? Блестящие, нормальные девчонки. Потолстели или просто? Так, похудели? Отлично выглядят. Свои годы. А вообще, нравятся девчонки? Конечно. А из блестящих? Особенно. Отлично. А Каймет, а будет сегодня выступать? Чингисхан. Чингисхан. А какие они песни поют? Москва, на немецком. Давайте вместе споем. Москва, Москва. Поем в зале. Москва, Москва. А дальше? А вы дальше не знаете, а я... Привет, как тебя зовут? Привет, Надя. Надя, откуда приехала? Из Новополоцка. Новополоцк, вау! Это где? Возле Бреста? Нет, около Витебска. А, возле Витебска. Ради кого ты приехала сегодня сюда? Дискотека СССР. Да. Ради Славона в отрыве. Ради Ирси с Руспаном, ну и Славона в отрыве тоже. О, отлично. За компанию. Какая любимая группа здесь сегодня? Сегодня Ace of Base, если она будет здесь. Давай ее самую крутую песню споем. А, не-не-не, ну давай. Yesterday, all that she wants, all that baby, she's gone tomorrow. All that she wants, it's another baby, yeah. Oh,
Спасибо большое за огонечки. Закончилась дискотека СССР, было интересно, было прикольно, весело. Лично мне понравился концерт, было действительно очень интересно. Артисты были реально классные ребята, действительно веселились, откровенно шутили, играли, пели. Миша Жуков отыграл нормально, блестяще. Девочки красавицы, в следующий раз обязательно возьмем у них интервью. Если это видео наберет 1000 лайков, мы попросим организаторов ответить на наши вопросы. Пока, ребята. Что надо передать организаторам, чтобы было лучше в следующий раз? Кого пригласить из артистов? Что сделать Жукову, чтобы он все-таки был на уровне Сергея Жукова? И до новых встреч, друзья. Подписывайтесь. А премьер-министр нормально зашел? Премьер-министр вообще для начала... Мне блестяще хорошо зашли. И то блин, и то блин, да. Я заметил. Топлис нормально зашел, да? Да, хорошо. Жуков, отличили Серегу от Михаила? Конечно, отличили. Жаль, что на СНБ не приехали. Ребята, в следующий раз СНБ, все ждут вас. И ДР Албан, мы тебя тоже ждем. Албана ждем? Конечно, ждем. И Албана ждем. Давай, до встречи. Поддерживаю. Москва, fremd und geheimnisvoll, du mir aus roten Gold. Руслан, ура! Ура! Ferrari lighted, chill with my Mercedes. See my Bentley, what I got with my two phantoms. Had a baby, ain't that crazy?